Час назад сообщили прискорбную новость о семье Аршавина. Их жене Аршавина поставили еще один страшный диагноз. В последнее время в жизни Алисы Аршавиной наступила черная полоса. Сначала девушка узнала о страшном аутоиммунном заболевании, а теперь попала в реанимацию с новым диагнозом. Оказалось, что бывшая жена футболиста сейчас не только приходит в себя после перенесенных операций, но и лежит в больнице с острым панкреатитом. Сил нет, умираю, если прибавить к этому все, что происходило ранее в ситуации с носом, вздыхает Аршавина. Сейчас Алису поддерживает ее мама и трое детей, пишет Стархит. Именно ради них экс-супруга спортсмена продолжает бороться и не намерена опускать руки. А вот врачи, к сожалению, пока положительных прогнозов не дают. Например, Анна Колесникова считает, что Алисы не станет через полгода.